Рад с вами поделиться тем, что прошла презентация книги нашей «Любите своих крокодилов. Психологический социализм». Замечательная книга. Прошла презентация в крупном книжном магазине. Приходили читатели, журналисты, критики. Ну, в ролике вы видели, что да, действительно оценили по достоинству. А в книге очень интересные темы поднимаются. «Отпусти», переживания разрыва отношений, о характерах и пользе самопознания, о национализме, языковой инспекции, культуре и политиков. Тоже очень интересные темы там поднимаются. Глава 4 об отношениях, ревности и любви. Но то, что насыщает нашу жизнь, с чем встречаются люди. Власть как наркотик. Прекрасная тема. Собран материал, обобщено в сжатом виде, все изложено. О суицидах и умении спать, пожалуйста, возьмите на вооружение. Тогда и сейчас есть сравнение, жизнь, мы живем на изломе эпох, и пришлось нам испытать это, и можно с чем сравнить. Об одиночестве, о тех, кто за чертой, и о психиатрии. О проституции, забыли эту тему, когда-то она ярко обсуждалась, и об изменах, о травмах нации в болевом теле, вот смотрите, о смысле жизни, о социофобии, страхах, истинном «я» и самооценке, и о депрессиях, о обществе потребления, в целом, куда мы идем, зачем мы идем и как мы живем. И почему такое название «Любите своих крокодилов», а вы узнаете в последней главе. И вот я вас заинтересовал, а теперь книга выходит в электронном виде. И вы можете каждый приобрести. Спасибо.